Як ви оцінюєте ситуацію навколо Разумкова? Ну, этот резонанс с нами, вот так подают СМИ, а на самом деле что изменится? Как был глава парламента, принадлежащий слугам народа, так и останется. Разумков 2,5 года отлично справлялся со своей функцией, в турборежиме принимал все антинародные законы. Но произошло тут на что главное акцентировать внимание. Да, когда он пошел в разрез, как умный политтехнолог, да, с уходящей партией «Слуга народа», теряющей рейтинг стремительно, Зеленский показал, что он может поломать через колено кого угодно, в том числе и парламент. И это попытка построить авторитарный режим, поскольку он обладает всеми несвойственными ему полномочиями. Ну, понятно, он по конституционным правам своим и обязанностям, да, возглавляет исполнительную власть. Он полностью контролирует законодательные органы. Сегодня мы увидели, как всех депутатов поставили в определенную позу. И он парализовал судебную систему. И вы помните, как он грозился, да, разогнать Конституционный суд, что само по себе является нонсенсом, потому что это единственный орган в стране, который трактует Конституцию и может сказать, соответствуют ли законы Конституции или нет. А это главный закон, и поэтому ни один принимаемый законопроект в сессионном зале не может ему противоречить. А таких было принято немало. А каким вы вбачаете его надалі политическое життя? Кого именно? Разумкова. Знаете, я вообще не понимаю, мы смотрим кино, и это параллельный проект «Слуг народа», или это действительно борьба с Разумковым как с альтернативой Зеленскому? То есть время покажет. В принципе, он теперь является внефракционным депутатом, а проходил по спискам партии «Слуга народа» и должен входить в фракцию. То есть по формальным основаниям они могут забрать у него мандат. Если не заберут и оставят в парламенте, это вызовет сомнение. Потому что вполне возможно, ну, ребята же талантливые режиссеры, продюсеры, да, очень много интересных, захватывающих сериалов снимали и кинолент, поэтому... Смотрите, я считаю, что народ Украины определится. Я считаю, что пора прощаться со старыми лицами, которые формировали политику на протяжении 30 лет. Дмитрий, по крайней мере, самый интеллигентный и, наверное, самый неглупый среди слуг, поэтому... Новое лицо, которое появится в политикуме, добавит конкурентности. Возможно, добавит новых идей. В любом случае, это позитивно. А судьбу его все равно будут решать наши граждане. Почула вас дуже дякую.